Одним из первых в странах СНГ Казахстан проводит скрининг на выявление вирусных гепатитов. Это очень дорогостоящее исследование. И сегодня мы среди детей и среди взрослых всех пациентов, которым когда-то переливалась кровь и ее компоненты, кому-то делали оперативное вмешательство, кто состоит на диспансерном учете с онкогематологическими заболеваниями и злокачественными заболеваниями, всем нашим гражданам проводим бесплатный скрининг на выявление гепатита В и С. Вы знаете, эти вирусные заболевания, они симптомы начала заболевания протекают бессимптомно. Особо таких проявлений не бывает. Но когда они уже активно появляются, первичные проявления, как желтуха, уже идет как бы печёночная недостаточность. Особенно очень страшен вирусный гепатит С, его называют ласковой убийцей, который приводит к циррозу и гепатокарциномии печени, раку печени. И сегодня мы не только скрининг проводим и выявляем, и, конечно, заболеваемость увеличилась тоже хроническими вирусными гепатитами на стране, но и мы начали бесплатно их лечить противовирусными препаратами. Это очень тоже очень дорогостоящее лечение. Государство 3,5 миллиарда тенге было ежегодно предусмотрено на закуп противовирусных препаратов. Ежегодно мы данных пациентов лечим, чтобы им продлить жизнь, чтобы не перешел хронический гепатит не перешел на цирроз или на еще грозное осложнение, на рак печени. Вот этот скрининг у нас тоже в стране проводится в рамках государственной программы «Саламатта Казахстан».